Попробовать Дагестан на вкус. Теплый климат, жаркое солнце и особый состав почв создают прекрасные условия для хорошего урожая. Садоводы открывают сезон сбора винограда. Уже в этом году собрать урожай планируют до 200 тонн. Подробности расскажут мои коллеги. Флора Молдова Августин в селении Делича-Бань Дербентского района выращивает около 10 сортов белого и черного винограда. Раньше на этой территории было болото, теперь же обширные ухоженные плантации. Если бы не были бы проведены соответствующие мелиоративные работы и своевременная подача воды и соблюдение всех агротехнических условий возделывания, мы таких урожаев не ждали бы. В период отсутствия работы сюда съезжаются люди с соседних районов. Это более 1000 человек. Такие плантации, расположившиеся на 100 гектарах земли, позволяют им иметь дополнительный заработок. Есть работа, работаем. И хотим сказать ему огромное спасибо, Яхле Магомеду Арафеевичу, что вот людям так помогает. Виноградарство является приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса Дагестана. А в прошлом году Дагестан побил многолетний рекорд производства и стал лидером этой отрасли в России. Алина Багилова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Дербентский район.